Поднимите! Вы, товарищ Аникеева, так страстно защищаете ее. Это наводит на подозрение. На эту тему я вообще разговаривать не желаю. Да почему же? Товарищи! А потому же. Я предлагаю взять директора рынка и вышвырнуть. Я возражаю, потому что правление подготовилось к собранию. Верно, на рынке готовилось среди помидоров. О, я все съела помидорчик. При чем здесь помидоры, я не понимаю. Я настаиваю. Достаточно наслушались, прихвостень правления. Да, мне нравится наше правление. Мне нравится руководство нашего института. Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. На таких, как я, все держится. А для вас самое главное – личные интересы. Вот у меня гараж. Остальное все пропади пропадом. Как раз у нас-то и не будет гаражей. Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения. Узнаете?